просто люди, он прям подамажит, кто-то хочет там потестить сет. Ну все, пошли трешак бич. Сейчас субанемся. А тут адванса только нет, пошли треш бить. Че я, короче, в танке, да? Чего? Поставь меня хилить, а мгновенно пускай бьет. Ну хорошо. Танки тут ДТФ. Пошли есть. Бить. Два танка есть, зачем ты танк? Я тут. Штыкую, да, снял. Подходи. Я в игре маленький. Короче, коллапы обратно, в рейд себе ставьте. Ага. Ты сам-то идешь? Да, сейчас порты. Кто знает вот эти вот аннигиляторы? Они как на офе работают? Мы их собирать-то я тут. Работает, да? Можно, я слышал. О, прикольно. Только не помню, во всех ли можно, но в каких-то точно можно. Да-да-да. Ну да, ресурсы. Мне это нельзя собирать. Мне говорили, что можешь собирать, это ну, на да, именно. У меня за Ола есть, когда у меня была еще сборная подлезь, у меня палец. Что-то починили, но типа нет. Может наоборот сломали, потому что мне раньше ребята говорили, что в каких-то из них можно собирать реги. Каких-то из них каких? Он всего один же, нет? Ну, вообще-то нет. Поставьте шкаф. Анкават вместо кого? Или ты про из этого, который из коробки, правильно? Посмотрите на рейд, вместо кого Коват и Вага, ты идешь? Нет, я не иду. Давайте вы своих маунтов там и прочее вот это шоупню, блядь, после рейда нахуй обсудите. Вместо кого Коват? Закидывать его. Кто спрашивай, там? Кому лут не нужен. Кому ставь. Лут не нужен. У вас там слишком много людей. Ну так что? Стоит, что мне приятно, подожди. Нямка, ты хил, как ты можешь просто так выходить с рейда? Кого мне теперь ставить хилить? Я зашел уже. Ты че он паришься? Пойду тогда на замену, раз так долго не можете решить. Мне лут не нужен. Смотри, я после ребра уступлю тебе, если ты хочешь. Стой, мне все равно, я же говорил, если нужна помощь, я иду, мне лут не надо. Не, просто Вага сказал тебя в рейд кинуть. Ну, если я нужен будет, я буду и завтра надо проносить ЦЛК. То есть легких боссов вы можете сами пронести, а на тяжелых боссов могу уже зайти. Полчаса только сидим здесь и разбираемся в составе. Значит, жрать без него надо будет. Зайдет саму. Вопрос решен. Вы я же тебе вещи скажешь. Все, выхожу, через 8 секунд можешь приснимать. Окей. Найс пулите. Все, принимай. Красиво, Войт. Не знаю, что у них идет никто, блядь. Меня хер... Не забудьте там лутеры поставить, осколки Даркиса. Хильте, хильте. Осколки большая очередь, можно какие-то ссоциальные. Кто спрашивает? Половые. В ДВ рейде Даркис, потом Кирс, Тяо. В основном рейде Неликс, дальше, наверное, Резист, кто третий еще не был. Видишь, достаточно вообще. Сейчас бой пропадет, поменяю. Поменяйте ассоциальные. Здесь лучше, чтобы говорили вот эти все вещи. Потому что чат прокручивается. И на самом деле эти шенки сейчас уже есть практически у каждого второго. Все, можно пулить. Шенки есть. Только они не играют.
там в первый состав заходишь, там очень многие пиши. В ДВ заходишь, вроде как рейд, но не основной, но тоже шем отпал. Кто пулит это дерьмо? Я слышу. Варчик психует, что ловушечки не сняли. Правильно психует. Правильно психует, потому что не хватит переть. Что тебе мешает, блядь, до пройти? По переходу. В курсе, как работает АУЕ у этих скелетов? Я не слышу. Это ты кому говоришь? У нас не было перекура, мы стояли, блядь, мне хоть малец, что ты делал? Тут раз ловушка. Еще раз тебе повторяю. Правая сторона. Ничего страшного, все уже. Добивайте последний трэш. Знаешь, как работает здесь АУЕ? Ты что-то мне рассказываешь? С правой стороны держитесь. Там ловушка все равно может сработать. Где ты видишь здесь ловушку? Там была. Комбат еще висит. Потому что в начале трэш не добили, там один моб был. В обитель господина. Меня даже в ШД с прокачанным инвизом палят эти мобы. 3 из 3. Пока вы бьете трэш, я разминирую ловушки. Но при этом меня скелеты, которые кидают в танк АОИ ледяной, они меня точно так же убивают из инвиза. Так, все, ладно. Пахать. Поэтому все свои приколы с ловушками придержи для других. Коврей, ты че такой злой? Да что-то наглеет кто-то. Малость. Всегда кто-то в рейде наглеет. Ничего страшного. Давайте разбегайтесь, ребят. Каску. Я кулаки. Когда они пахнут. Меня показывает, что касок еще нет на многих, но может я ошибаюсь. На локах нет касок. На рогах нет касок. А в Америке кулаки раздал. И на палах. Так Ульфсера, я так понимаю, раздал их. А, вообще касок нету. Ребро уже убили? Нет. Щит кому-то нужен с ребра? С ПД-шной. Без понятия. Долок нужен. Долок в спетке. Нет, долок на мейн. Ну, чё же, чего ждём-то? Команды ждем. Ой, дай промоут. И это, соответственно, у нас добыча. Да? А, все, ладно, че. Слышь, да? Все, давайте чек на пол. Не чек, а точнее, чек. Чехов, уйди оттуда. Этот мир волной смерти и разрушения. Стойка тут. Пять секунд. Пила, что ли, бейте?
скиллы, скоро всем буду раздавать ГПшку. Два человека просто от них прохилы. Они отменяют? Нет, не отменяют. Они, видимо, просто далеко стоят. Один чувак, это лучше сдох. Но он стоял в луже. Шипом, с вихрем костей еще хуево. А с лужа-то не хилов косяк, разве нет? Там весь рейд постоянно был у ХПшных. Какая шея вкусная. Кто там пиздел варов по фиксилю, блять? Шею пока что Энджи отдам. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты? А у Энджи второй спек. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Потому что у меня второй. Энджи вон пишет, что у него третий спек. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Возьми у него тогда. Он без ГПП. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Да, Даниэль, у нас Талдарам больше давал. Вадим, ты где? Блядь, меня три раза подряд в шип кинул. Че ты, бля, рот открываешь свой? Вадим, дергаешь помощника. Сюда. Когда ты пишешь чат, ты почему так не бомбишь? Давай, давай. Тебе можно, мне нельзя? Что? Да. Ты сильно нервный. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает... Раз, бей помощника, блядь. Ничто не может сломить тот, его волю. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах Забери. Даже помыслить. Что ты творишь, Вадим? Я не могу как забрать его. Я жестко. А, я его не могу забрать, потому что не уже. Кончик, да, хилы нормально хилили, просто всю половину в лужу ходила, блядь. Не я, РЛ. Войт, передай лутера, пожалуйста. Что вы творите? Бой. Сейчас, подожди, не агри. Передам. Или скинь просто мне лидерку обратно, я буду ему кидать, и тебя не буду отменять. На тебя написано назначение главным танком. Кому лутера? Аркису. Не передается. Он же наш осколки собирает. Тебе не передается, не написано там строчки такой. Хил. Стой, куда ты пошел? Помощника. Забирай в сторону.
СПДшная 6 кораблей нужна кому-то? Забирай помощник в сторону. Тебе на трэш ставь группу? Я поставил. Я могу раскидать лутбосса, если что. Тут тебе не передается, Ирон. Заодно буду дарки сунуть. Если Darkness умеет разрали, пускай она разрали. Если можно же не снять. Сейчас сделаю. Ладно, на меня кидай, пишешь, не умею. Так, рыбу поставил. Хилы бьют сапроты. Да серьезно, вы здесь даже сапроты бьете? Хилы на этом боссе бьют сапрот. Я тебе больше скажу, у нас даже мейн состав на этом боссе бьет сапрот. Понятно. Если духов не взорвать, то... У нас мейн состав спокойно, там, часть босса. Хорош, уже отчитывается. Кто там слева, кто справа. Погнали. Я слева, Лутин с Вадимом справа. Вадим, твой задний. Давай, чё-то. На трэше Вадим будет? На трэше буду я, ты с ним на боссе. Окей. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Беги! Восстань и обрети истинную форму! Ты не в силах противиться моей воле! Черепок РДД моб. Беги, малышка, беги! Сзади моб еще живет. Справа РДД моб. Yeah.
Сам встать можешь, просто отец? Нет. Заберешь? Норси, мгновенная, пока тут просто отца. Контрольный. Еще раз контроль. Что, на кухне не снимают? Меньше, ну как тут. 5 стаков. Вадим, набирай. Дайте ему на пол. Чё, похилим? Дайте на пол, Вадим. Кроню поднимешь, пока тут. Контроль. Трэш-то бить будете, нет? Или чё, нахуй надо? Спокойно, соло забил. Трэш бейте. Дисплейте репитерс, пожалуйста. У нас пинку, кажется. На мне 5. Пытаешься забрать. Трэш играется. Мгновенная срыв агрова. Просто отец сдох от незаконтрольного человека, без сопрота будучи. Роня как два раза упал, сейчас посмотрю. Я уже в курсе, он бы меня и под сопротом убил. Распыл япончик. Да. Хорошая подпись. Ты этой нету? Как она называется? Осколок? Есть. Сука.
Будапешт, почему от духа умер? Так мобу чарзнулся, а там на кого-то летел. Ты чарзнулся в моба? Ну, в трэш. А ты не видел, куда ты чаржился, что ли? Что там рядом дух есть? Ну, не видно было. Хорошо. Давайте следующий. За каждый косяк будем начислять по соточке. За любой вообще косяк. Ребята, квест какой-нибудь был? А то что я прослагал. На Синдру. На Лича сегодня квест. Вообще да. Прослакал? Успеть. Я вижу пока тут. Войт, надо заменить пока тут, он меня предупреждал перед РТ, что ему нужно будет отойти. Япончик, а что тебе мешает сейчас? Кто замена в рейд хочет? Косяки людям. Ничего не мешает. Пока тут можешь идти. ЕП не давал за первого и за второго? Нет, не давал. Сейчас дам. Ну так вписывай, япончик, ходи людей в огонь. Поверь, дальше будет не меньше косяков. Пока тут уходит, да? Ямка ушел, зачетный ушел. Я вот сейчас чисто могу... Зачетный ЗС я могу зайти. Потому что... Тут реально глупая смерть от духа, если ты не увидел, но это... Давай косяк, не наш. Просто отец, да, вижу, ладно, он сдох от незаконтрольного человека. Но мне всем контроллерам сразу же начислить? Всем? Нет. Базара ноль, давайте начислю. Смотришь, нанесенный урон в рекаунте. Смерч, там есть такая фигня. Пушка справа, четвертая. Ну, давай посмотрим. Свободно. Рекаунт посмотри просто. В грейдах. Что это там вдалеке? Кто такой чеширский, я не знаю. А. Так, я на вражеском. Боевой корабль Альянса! А можно смол, пожалуйста, лампу лавы? Я пропустил. Взяли вместо того, кто сейчас ушел. Сейчас корабль убьем сюда. Ответите перед Солфангом! Я на корабле или Вадим? Ты на корабле. Окей. Ты больше выдержишь. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки. А кто в босса прыгает? Первый пошел на ГП. Огонь!
Мортирщики, заряжай! Я сейчас в шоке. Да? Больно бьет. Мы его еще держим. 5 хилов все, лучше нету. Размораживайте пушки и перелетайте. Он спрашивает. Прилетайте. Кто бьет еще? Прыгайте быстрее. Писяло, ты мог на ту сторону прыгнуть, попасть на наш корабль. Огонь. Все, стаки кончились. Перелетай. Разряжайте пушки потихоньку, там совсем мало осталось. Что? Да он забагался. Начислишь за этого босса ЕПшку? Первый пошел, 100 ГП, потому что меня не волнует, где стоит танк с боссом, если он стоит уже на краю. Сбоку он, слева, справа, меня это не волнует. Если ты прыгаешь прямо под Мурадина и ловишь клифф, тебя это убивает, это не мои проблемы, не надо об этом кричать. Дальше, Фисяо, почему все перепрыгнули, ДДшки, танк уже пошел перепрыгивать, потому что он не может тупо держаться, ты не можешь спрыгнуть с корабля. Там один остался. Второй пошел. Я сказал, за любую хуйню сейчас буду начислять. Идем дальше. Рыба стоит. Гром! Горхран, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Это только что... Да, можно. Норти, прыгай в хил. Ой, да. Норти, япончик можете все, да. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя что нет шанса. Я сильнее и могу... Слакай, слакай. Чем ты можешь представить? Я просто смотрю, Офн, ты за меня не спросил. На Орочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать... Не запоясни... Мне немножко объяснили. Значит, Фисяо, я снял ГП. Я пообещал его матери, когда она умирала... то пройду через темный портал один. Неважно, умер бы кто я. Кто тебе, Вага объяснил? Мой сын остался. Нет. Цел. Запускайте, босс. Тебя там что-то... Сегодня я
в рейде типа не нахожусь. Нет, ну что-то как-то странно. Один получает ГП, другой нихуя. У тебя есть РЛ и офицер в рейде. С ним все вопросы. Меня в рейде нету. Я просто у него и спросил, кто ему сказал. Кто тебе япончик сказал снять? Давай сейчас не будем говорить этот баб. Босс убит? Убит. Япончик. Кто тебе из офицеров сказал снять ГПшку? Из офицеров? Поверь, никто. А почему ты снял? Потому что он там один бил стоял. Дальних. Он стоял только один. А что ему могло помешать сброситься за борт с той стороны? О чем я ему и сказал, но он выбрал другой режим. Побежать по другую сторону. Он бил одних задних мобов и от этого умер. Правильно я тебя понимаю? Нет. Он умер не от этого. Все перепрыгнули, включая танка. Смотри, перепрыгнули все ДДшки. Он один стоял позади корабля, бил дальних мобов. Все ДД улетели, остался только он и танк. Танк уже начал прилетать в то время, как он вышел на середину. Я играю варом. Я убил всех мобов, успел оттуда съебаться. Каким образом он не успел? Я ему сказал прыгать за борт. Что, у вас не показывается этот самый токен? Этот показывается, да? Чё в итоге? Человек накосячил, нахуй, всё.
Ну, может, он не знал, что можно спрыгивать с корабля. Тихов тоже не знал, где танк садится, да? Да. Ну, давай голосование, если большинство будет нажимать «да». Не надо никакого голосования. А, ты уже накинул, да? Вон, Чехов согласен. Меня уже разозлили, ребят, серьезно. Да ты не слушай никого. Блять, сейчас они начнут на тебя давление оказывать. Сейчас еще про... про Денчика скажу. У Лёхи все намного легко и проще это делалось. Накосячил, получил ГП нахуй и все. Свободно. А тут, блядь, политика какая-то вообще странная пошла, блядь. У пианиста абсолютно все ГП игроков, которые он начислял необоснованно, оспаривал. На ровном месте человеку тысячу, несколько тысяч за отсутствие косяка. Это по-твоему нормально? Ну слушай, сколько я в гильдии... Смотри, ты залагал. Самого... Вот послушай, ты залагал. Ты об этом предупредил. Тебе в ГП. Ты с этим согласен? По-моему, это ненормальная практика. Блин, мне такого лично мне не начислялось. И поверь мне, сколько мне ГП вписывали, я как бы свою ошибку всегда признал. Не было такого, чтобы мне там взяли просто нахуй из... Блять, с пустого места нахуй один как писывали. А ты здесь находишь меньше многих ребят, ты пообщайся с другими про вот необоснованные начисления ГП, которые были стабильными. И там было не 100. Там было, начиная от 250 и заканчивая сколько? 30? 6, 20? 8. То есть вот пока босса у вас нет, я... Я хочу сказать, смотри, вам готов. Травля в ТВ-рейде, именно травля. Я понимаю, есть, допустим, игрок как Ауди, который вообще деревянный, он нахер в рейде не нужен. Только почему люди, которые все пытаются сделать нормально, получают 8 тысяч, 4 тысячи, 16 тысяч?